Вы говорили об определенных проблемах, об определенном периоде в вашей жизни, когда возникали проблемы. В одном из интервью вы сказали: «До 62-го года я сильно пил, но с тех пор забыл даже вкус пива». Да. Что такое «сильно пили»? Вот вы помните свои ощущения? Очень. Да, ну прямо... Сколько вы могли выпить? Вы знаете, что я мог выпить? Нет, понимаете, я не мог остановиться. Вот чего я боюсь. Я не... Вот как, знаете, вот я завидую тем, которые могут вот сегодня вечером, он может даже человек напиться. Предположим. Но если он не скандалит, пусть он завтра утром не будет трогать. Он от этого уже отошел, все. А у нас продолжалось, к сожалению, у меня. И я потому и немногие, ну я уже сейчас 62-го года как не пью. Вообще, мне многие спрашивают, как ты можешь не пить? Я говорю, я не пью. Ничего. Вот это сила воли, это сила воли или что? Ну, конечно. Вот люди лечились, да, и потом друг компании им говорит: давай выпей вот стакан пива. Вот попробуй стакан пива, и все, конец. Ну, я не говорю там, вот что ну такое, шампанское, легкое. Все. Все. Моментально срабатывает что-то. Это такое. 49 лет? Да. Такая сила воли? Да. Вы себя уважаете за это, скажите? Ну что, сам. Это было единственное спасение, другого же не было. Нет. Хотя, знаете, сейчас так обидно, вот магазины, коньяк и вина, какие? Французский, итальянский, все есть, да. А пили всякую ерунду? А пили, ну мы это пили, господи, что мы не пили.